Сегодня мы на улицах Москвы и спросим москвичей несколько интересных вопросов. Первый вопрос. Чувствуете, да я уже понял. Да, чувствуете ли вы на себе санкции, которые вот сейчас положили? Во-первых, санкции несправедливые. Так. Я, во-первых, за президента. Я его выбирал. Ага. Это раз. Во-вторых, это территория наша в любом случае. Ага. И никакой молодой президент украинский не имеет права претендовать на нашу территорию. Никто не имеет права претендовать на нашу территорию. Даже если там всего лишь две губернии, я не знаю, сколько там. Из-за этого войны, что ли? На самом деле, молодой президент Украины, он слишком молод, ему учиться и учиться надо. Да. В любом случае, я выбирал Путина, и поэтому я всегда за него, да. Добрый день. Повлияют очень скоро, буквально месяц, два, три, четыре, и очень сильно повлияют. А вот подскажите, каким образом? Людям будет нечего кушать, пока это все поверхностно, регионы это уже ощущают. А на вашу жизнь, если не секрет? На мою жизнь повлияло, да, я лишился 1 миллиона рублей. Очень быстро. Кошмар, это биржа или? Нет, это продажа квартир. Квартиры с дальней стадии готовности просто не продались. Мне плевать на это, меня это просто никак не касается, поэтому... Не разбираюсь в политике. А как повлияли санкции на вашу жизнь? Вообще никак. Никак. То есть не чувствуете, как было прекрасно? Абсолютно все классно. Ну, не особо. Нет. Вы вот никаких трудностей финансовых особо? Нет, как работал, так работал. Немножко цены выросли, но, к сожалению, да. Ну что думать, абсолютно плохо это все, как бы, а как это, что можно думать? Плохо? Плохо. Вот у вас, например, монетизации теперь не будет. Да. А я обхитрю вас и делаю это видео для англоязычной аудитории. Ну тогда да, получается полное обхитрение системы. Да.